31 января при участии активистов «Единой России» и «Молодой гвардии» для обучающихся Сахалинского политехнического центра номер 5 в селе Горнозаводск прошел урок мужества под лозунгом «Героям-освободителям слава». Главными темами урока были патриотизм, преданность своей родине, воспитание мужества и отваги подрастающего поколения. Ребятам рассказали о военнослужащих, которые в настоящее время являются участниками специальной военной операции. В ходе урока обучающиеся узнали о целях и задачах, которые сегодня выполняют военнослужащие, защищая границы и наше благополучие. Поговорили о героизме и о людях, ежедневно совершающих подвиги во имя Родины. Хочу передать привет всем сахалинцам, которые будут в дальнейшем смотреть эту историю, то есть вот эти наши кадры, где мы работаем в рамках специальной военной операции. Кроме того, в рамках урока мужества ребята присоединились к участию во всероссийской акции «Письмо солдату». В письмах они высказали слова благодарности и поддержки тем, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает мирное будущее нашей страны. Пожелали им победы и скорейшего возвращения домой. Сегодня в рамках всероссийской акции «Поддержим наших» с нашими волонтерами мы провели урок мужества. Слава героям-освободителям! Я как мама, жена, сестра и дочь хочу выразить от всех женщин огромную благодарность всем тем, кто сейчас охраняет наши границы. Мы, студенты Сахалинского политехнического центра номер 5, хотим сегодня сказать: защитники, наша страна с вами. В это трудное время, когда вам приходится защищать Родину от страшной угрозы, от фашизма, все мы незримо стоим рядом с вами в строю. До недавнего времени мы были уверены, что наши прадеды победили это зло, но, к сожалению, фашизм вернулся и снова угрожает уничтожением России. Мы понимаем, что специальная военная операция – это вынужденная мера. Западные политики тратят огромные средства, чтобы очернять ваш подвиг. Но вы должны быть уверены, что мы не дадим им искажать историю. Мы гордимся вами, верим в вашу храбрость и стойкость. Мы каждый день, каждую минуту ждем победу, которая избавит весь мир от тотального зла. Мы своих не бросаем!